Сейчас время скорее на кого играет, на украинцев или на нас? Время сейчас, мне кажется, что все-таки с поставками каждой, с передачей каждой партии западного вооружения вооруженные силы Украины все более и более приобретают новые и наступательные возможности, и новые, и оперативные, и боевые. Поэтому время сейчас вроде как в их пользу. Нам же надо завершать этот конфликт, опять-таки, на мой взгляд, по моим предположениям, но все-таки в максимально короткие сроки.